Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень упсинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно. Итак, состав Сампдори. Я так понимаю, стоит ожидать активного участия полузащитников в атакующих действиях. Ну, видимо, на это и есть расчет. Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень упсинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно. Итак, состав Сампдори. Я так понимаю, стоит ожидать активного участия полузащитников в атакующих действиях. Ну, видимо, на это и есть расчет. Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень... Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень... Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень... Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень... Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень... Начинаем трансляцию со стадиона Ювентуса Альянс Стадиум. Игра ожидается очень... Ювентус начинает первый тайм. Ювентус атакует через фланг, и там свободная зона. Дибала может там принять мяч. Забирает мяч. Янич. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Мяч покинул пределы поля, аут.